ТР-4, Бобик. Давай, давай, давай. Ай, нет, своим ходом не получилось. Залебедили Бобика. Сейчас тут потянется, а дальше будет интересно, там где Бизон доехал. Рукой, до туда, потому что Бизон так и не... Рукой, правильно! Бизон не финишировал, сломался, не завели так. Опа! Хорошо, что он легкий. Так, там он заехал. Вот тут интересное самое начинается. Бизон доехал до сюда и все. Дальше еще надо было ехать, 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 их знаете, где разворачиваться и обратно. Молодец, блин! А там Шнива Черниговская, там где Супермен сидел, сидит теперь Шнива. О, красава! Теперь посмотрим, как здесь он будет на этих ямах ездить. Из той ямы. Опа, опа, опа. Держи его. Есть такой нормальный подъем. О, отлично. Давай, 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 давай. Ну там дальше разворот, наверное, вокруг только кустов и сейчас обратно поедет. Развернулся. Так, надо на ней перейти.
и едет на финиш. Там яма такая нормальная. Вот эта ямка. Жесткое тоже место. Есть, ну дальше все, финиш. Здесь джип пытается заехать, а тут ТР-4, только что еще бобик проехал, я не успел. И сейчас поедет Wrangler. Поехал Wrangler. Вот затирает нормально колеса на выворотах. Было классно, конечно, но... Красиво висит Wrangler, залебедили его. Есть. Трос, 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 забирайте. Ваню, я тут. Трос машину. Трос можно, я так понимаю, не заматывать, кинуть просто в салон. Чтоб за ленту не выехал же. Да, да. Куда едет шнива, что-то я не понимаю. В общем, Wrangler финишировал. А, шнива просто проезжает куда-то. А там тоже какая-то сушка интересная или нет? О, кричат, бизон чемпион, значит, сейчас еще бизон поедет. Починили, завели. Ту сушку он, получается, не прошел. Попробует это. Поехал. Вот тут сейчас посмотрим, трамплинчик такой. Повисит, как Wrangler. Да, 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 то же самое. То же самое. Блин, лебедка не выходит. О, вытащили вдвоем. Давай, давай, давай. Там еще шнива сейчас поедет, тоже интересная машина. Сейчас бизон вот тут переедет, и надо пойти к шниве посмотреть. Она в ТР-3 участвует. Бизон только как раз... Только сняли его с этого горба. Ай, блин, длинный, опять повис. Wrangler проехал тут. Да не, ни назад, ни вперед. Как он взяли? Просто на соревнования надо выставлять. Да. Так, а где вот что-то соревнование? Нет, по канату перетягивай. Вот молодец. Да. Похлопайте, Паша. Поддержим штурмана. Там, конечно, деревья такие не очень большие для этой трехтонной машины, или сколько она там весит. Для этого Мерседеса. Елочку объедем. Идеально.
сложное осталось, это вот этот бугор сейчас впереди. А дальше там... Да, вот здесь. Ну, если не зависнет... А, ну все, дальше он, короче, поехал на финиш. О, там бизон поехал еще. Но это уже, по-моему, вне зачета они едут просто так для себя. В обратном направлении. Он там застрял. Ай, блин, упирается. Переднее левое колесо там вообще уходит куда-то вниз. Ай, блин, сейчас фара, он уже отваливается, блин, от этих ударов. А у него, по-моему, их и нету. Передняя вчера была. А, была? Да, сзади не было, передняя не было. А у бизончика... Не, что-то, что-то пошло не так. Блин, это бензин льют? А вы не покрутили колесо. И не постучали по нему, да? Да нет, что-то оно горит и не становится на место совсем. Попытка номер следующая. Мало выходит. Он с песком засыпает. Блин, не. Да не, не, не. Бензин поливает. Не попытай бутылку. Мы дождемся. Лась, выкручивают этот золотник. Или компрессор подсоедини сразу, когда оно натянется, надо, компрессор включим, да и все, чуть не надо. Чтобы еще компрессор сгорел. ТР-4 Fisher Wrangler. Походу последний, последняя машина, последний заезд. Блин, ну он, конечно, уперся бампером в землю. Это, наверное, вперед уже вообще не вырез. Потихоньку карабкается. Колеса правее немного. Разулся он? Разулся. Либо поднимаемся, либо переднее правое разул.
хайджек можно одеть. Не надо хайджек. Да, надо поджигать. Компрессор просто, она на компрессор. Да не, она ж не встанет мне место. Да? Да, еще раз. А что там? Все? Не так надуешь, а не надо просто вытереть. У Бизона не получилось там это сделать. У вас вчера получилось, да. Бизон там пытается, но не получается никак. Что, не одел до сих пор? Нет, горит, оно не взрывается нифига. Горит. Они бензин льют, не знаю, правильно, неправильно. Не надо. Очиститель карбюратора. Поджигаем. О! И зачем компрессор? Единственное, что накачать только осталось. Поехал дальше. Накачал? Поехал дальше. Оно накачалось само. Слезло. А, слезло опять. Что? Колесо. Так компрессор сразу слезло, значит, я просто не снял, когда ты накачал. Где там дырка? Да не, не дырка. Да нет, просто сразу компрессор накачивает. Это ж накачивание. Нормально, зара холодно, оно воздух уплотняет. Оно, конечно, красиво. Вот. Бахай, да, хорошо? Ай, блин. Горит там. Да не, уже нет. Пацаны, подождите. Давай. Уже все. Хуя. С этой стороны. Вот теперь надо накачивать. А теперь компрессором быстро. Быстро. Капот открывай. Минут 15, наверное. 10 минут, значит. Еще можно не один раз разуться и обуться. Да? Нет? Колесо починили, накачали, но что-то лебедка не тянет. Стой, выпало. Не крути, А что, выпало? Все, давай. О. Я так понимаю, если он заедет дальше, чем Бизон, то у него больше баллов будет. И он опередит Бизона, ну, наверное. Потому что он вообще не хотел сюда ехать изначально. Вот Бизон недалеко заехал здесь. Тиша решил поехать. У него там что-то с передком, он то работает, то не работает. Это хрустит он. Саня, за тебя можно пацанам залебедиться? Ой-ой-ой, чуть дерево не клепал. Боком выставил его. Ну нормально. Вот лента, вот от того дерева до этого. Ну давай попробуем еще вперед. Вперед, влево. Вот лента, смотри, вот. Блин, чуть не разулся, по-моему. Опять. Ай, сейчас разуется. Нет, поехал. Залебедились.
Короче, вот до сюда, если дотяну, судя штурман, получат 5 баллов. Так же, как и бизон. Ой. Не-не, нормально, Юрец, так и продолжай. Сейчас лампа глянет. Сейчас он тебя зацепит, включи сзади и дай назад налетет, чтобы тебя сюда снять. Сейчас просто разует опять колесо. Все нормально, что? Повернул. Так он назад делает, что? Он все правильно делает. Так он сейчас вперед будет. Сейчас. Он назад, да. Право руки крути. Лопата. Вы видео на канале. О! Прямо, дай 3 сантиметра и все. И тебе зачем? Все, 5 баллов своих получил. Отсекать время и едешь дальше. Стой, лучше не шевелиться. Задняя лебедка, зацепились там за шишигу выбраться назад. Задним ходом. Все, Фишера вытащили. Точнее, он сам себя вытащил.